Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на термоклеевой пистолет China CON 220 вольт 150 ватт с терморегулятором из AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов». По ссылке под этим видео нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 19 февраля 2019 года. Так, что мы здесь видим? Заказов 1511, это уже отлично. Так, в Россию доставка. Так, вот есть и из России в Россию, так сказать, да, 150 ватт. $14.12. Там какая насадка идет, видите, 2-миллиметровая насадка. Так, смотрим второй. 14.98. На центы просто разница. Ну, насадка вроде бы такая же, да? Здесь 15.50. И насадка уже 3-миллиметровая. На выходе. Так, смотрим дальше. 16.99. Ну, здесь нужно просто изучать насадки, почему такая разница получается, да? И 27.62. $27.62. Сам пистолет, получается, со всеми насадками, ключик. Так что и для замены насадок ключик. Видите, вот 26.62. Ладно, а из Китая? Ну, то же самое, 26.62. Но это 150-ваттный получается термопистолет. Смотрим стоимость доставки в другие регионы. А вы должны определиться, можете оптом все купить, все насадки, или же по отдельности. Так, бесплатная доставка в Беларусь. Теперь Казахстан. Казахстан. Бесплатная доставка. И Украина. Бесплатная доставка. Ну вот, нужно только определиться каждому, что ему нужно. И вот такие комплектации можно заказать. Вот так. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.